Мы на месте. Мы приветствуем Любу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она не может сказать, у нее на шее да. веревка какая-то. У нее руки сзади связаны, это веревка, она как оседлал ее кто-то. Разрезаю эту веревку, Влад, разрежь веревку. И эта веревка отправляется в клетку-тюрьму. Вот она руки сейчас вперед сделала, ну, трогает их, гладит и говорит: «Почистите меня, пожалуйста». Она дает свое согласие на диагностику и чистку? Да, дает. Хорошо, я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Любы, под ногами. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Любы, находит все. Не в животе арахноиды. Много? Ну, они вывелись, там инкубатор. Понятно, хорошо. Инкубатор с пауками. Бес. Бес. Хорошо. Ящер. Ящер. Понятно, хорошо. Дальше. Не рептилоид, грей. Ага. Сколько греев? 2 грея. Все? Или еще кто-то? Все. Я тогда повторю. Арахноид, бес, ящер, рептилоид и 2 грея. Да. Хорошо, считай цифры у беса над головой. 8. 8-герцовую ящера, считай, пожалуйста, цифры над головой. 32-11. Хо-хо-хо-хо. Хорошо, у рептилоида считай цифры над головой. 82. Ты лаборант? Да. Понятно, хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы обязаны на них отвечать. Кто не будет отвечать или будет отвечать неправду, то на то будет оказано массивное воздействие. Не рекомендую его проверять. И я даю команду тонкой копии Любы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Любе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Чья это веревка? Веревка ящера. Ящер. Ты любитель веревок, да? Поработил ее. Да. А сегодня я тебя порабощу. Я тоже хочу тебя поработить, одеть на тебя веревку. Как ты думаешь, тебе это понравится? Я даю команду на счет 3. Конструкция ящера, находящаяся в биополе Любы, отключается. 1, 2, 3. Полностью, до последнего проводка, выходит, выдавливается из всех 7 ее тонких тел безболезненно, а отправляется в клетку-тюрьму. Смотри, у нее руки были назад. И вот они как держали такую, я бы сказала, энергетическую какая-то, как повозка, в которой ящер находился и занимала вот это все тело. У нее спина, плечи, шея, голова, и он над ней возвышался. Вижу. Это все вышло? И да. За шею вот он ее как погонял. Хорошо. Это вышло, да. Хорошо, выстраиваю канал от Любы к этой конструкции 1, 2, 3 и реверсом отдаю в эту конструкцию все негативные и патогенные энергии, всю чернь, всю грязь, которую получила Люба от этой конструкции ящера. 1, 2, 3, пошел мощный поток, возвращаем все назад. До последнего микрона выдавливается, вылетает. Но она как отравленная, идет коричневая такая. Отлично, наблюдаю. Точечная какая-то энергия. Хорошо, я даю команду на счет 3. Конструкция рептилоида и греев отключается полностью. 1, 2, 3. В автоматическом режиме отключается, выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Выстраивая канал
к этой конструкции от Любы 1, 2, 3 реверсом отдаю весь негатив, все темные и патогенные энергии, которые Люба получила от конструкции Греева рептилоидов. Значит, 3, 1, 2, 3, мощный поток пошел. Она я даже не чувствовала, потому что конструкция я вчера все перебивала. Понятно. С этим ездоком мы сегодня тоже разберемся. Время закончилось. Отлично. Выставляю фильтры с золотой сеточкой на все каналы 1, 2, 3. И в порядке реверса Люба забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые, 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Люба себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Мощный поток пошел. Опиши, что возвращается из конструкции ящера и рептилоидов. Из конструкции ящера возвращается ее личность. Вот он так. Ее порабощал. С ее родными энергиями возвращается. А от веревки возвращается что-то? Энергия восстанавливающая возвращается. Восстанавливающая энергию еще. Вот так вот. Значит, ящер, ты решил ее убивать. Ну что ж, придется с тобой сделать сегодня то же самое. Не убивать, порабощать. Ну, я тебя убивать не буду. Порабощу. От энергии конструкции рептилоида идет информационный такой поток. Возвращается. А. Ее личные информационные какие-то кусочки жизни. Грей, кто вам разрешал воровать личные информационные кусочки жизни этого человека? Это не воровство. Это архив, который отпечатывается для наших последующих изучений. Это не воровство? Тебя они остаются с ней, просто отпечатываются в наших архивах. Посмотрим, что на это скажет межгалактическая полиция. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Грей, вышли из клетки. Вытаскивайте последние проводки, чипы. Все, что не было еще вытащено. Приступайте. Один из Греев, он робот, я не сказала, он вообще удивился, когда ты начал спрашивать у всех про цифры над головой. Mm-hmm. Я остановился на ящере, он удивился, что у него не спросили, у него какое-то цифровое название. Понятно, биогрей какой-то. Пусть удивляется. Все, отключили. Так, ящер, вытаскивай все, что ты оставил. Все, что еще не вытащено из биополя, Любы, приступай, возвращайся в клетку. Грей, рептилоид, сколько вы находились в биополе человека? Подожди, ящер. Хорошо, достает ждем. Достает такой кол из нее. Из кол? Макушки прямо длинный, как стержень. Ты меня все больше и больше удивляешь, ящер. Он порабощал ее родные энергии. А он знает, что ему придется за это отвечать? Или он даже себе не представляет, что такое возможно? Но он надменно сидит. Ух, надменно сидит. Хорошо, отлично. Ну, обожаю. Достал. Обожаю надменных ящеров. Эта надменность ему еще боком выйдет сегодня. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Сколько ты находился бес в этом человеке? 8 месяцев. 8 месяцев. Отключайся полностью. Спрашивай, ящер, сколько ты находился в этом биополе? 6 лет. Грей, сколько вы находились в этом биополе? С рептилоидом и конструкцией. 3 года. Хорошо, ждем, пока бес все снимет. Бес, есть лярвы биополя? Да, есть. Хочешь их забрать? Низ живота лярва. Хочу забрать. Вытаскивай сначала все, что ты оставил, потом я дам тебе отдельную команду. У него на ладошках, на руках красная энергия его. А как она туда попала, бес? От веревок? Нет, это же не его. Я подкинул? Да. Угу. Как она воздействовала, эта энергия? На руки? Что ей вынуждало? Собирала энергии. Собирала энергии, понятно. Для него. Угу. Хорошо. Игольфы длинные у него. Все сняла. Хорошо, разрешаю тебе забрать все лярвы биополе. Любы, приступай. Ничего не забывай. Готово. Хорошо, арахноиды. Как долго вы нах... Ты или сколько их там, Вера? Один большой и много маленьких. Хорошо, там целое семейство. Итак, сколько ты находился в биополе? 5 лет. Понятно. Хорошо, арахноид, выходи, отсасывай всю свою жидкость, все свои иголки вытаскивай, ничего не забывай.
и возвращайся в клетку. Приступай. У него вставленная конструкция там. И у него еще конструкция там. Инкубатор, в котором развивались. Понятно. Третья конструкция. Нормальный человек себя должен был чувствовать. Такое массивное воздействие. Но один экземпляр... Конструкция, она состоит из этих паутин. Понятно. Они жесткие, сделаны как инкубатор. Что это было? Головные боли? Давление? Это в животе. Хорошо. Какие реакции это вызывало в животе? Не занят живот. Арахноид, ты не был причастен со своим потомством к бесплодию человека, то, что она не могла завести детей? Она не подходит для оплодотворения, когда я здесь со своим потомством. То есть ты, это твоя вина была? Ты ей перечастие. А чья вторая половина была? Свойства биоробота. Понятно. Значит, у него какие-то свои были моменты, и несовместимость твоя. Понятно. Это ж живот. Тогда все твое потомство будет. Все забрал. Да, вот это случай. Интересно, конечно. Хорошо. Все забрали. Я даю команду на счет 3. Переходим к рассинхронизации. Любы, сы. Пошла рассинхронизация до 100%. Ящер, я вот не понимаю действительно одного. Откуда у тебя такая надменность? А он думает, что его достанут. Он думает, что? Другие ящеры заберут его. Серьезно, ты так думаешь? Он важный. Да ты что? А ты знаешь, сколько мы таких важных уже отправили в межгалактическую полицию? А сколько мы пирамид притянули? Ты случайно не командир корабля? Пирамиды? Командир корабля у него в подчинении. Да ты что? Ну, большой птиц. Готово. Хорошо. Включай внутренний белый свет Любе. 1, 2, 3. Люба выдавливает из себя все негативные остатки от интерферентов и конструкции. 1, 2, 3. Пошел свет, свет выдавливает, формируется перед ней в шар эти энергии. Готово. Большой шар? Шар большой, но там усталость ее от них. Она устала от них, от конструкции устала. Страх у нее есть. С этим шаром живет. Открывается под шаром портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Так, я даже не знаю. Ли, прошу тебя выйти на связь. На связи. У меня тут 32-11 ящер с конструкцией, который, по его словам, командир и пирамид у него в подчинении. Он важная птица и считает, что его обменяют или его вытащат ящеры. И кол вставил в человека конструкцию. На шею веревка, сидел наверху, как римский император. 7 лет. Или 6 даже. 6 лет. Удивительный экземпляр. Я даже не знаю, что мне с ним делать. Экземпляр мы заберем с кола. Обязательно верните. Кого? Энергии, биомассы. Откуда? Из кола. Кол. Вот, кол уже он. Хорошо, я даю команду на счет 3. Выстраивается от Любы канал. 2, 3. Мощный поток. Возвращает все назад. Как вода с нее какая-то уходит. Капли пота. Какое-то усердие, которое... Она как на месте топталась. Конечно. Готово. Устанавливаю фильтры золотой сеточки на этот канал. И в порядке ревиса забираю. Мощнейшим потоком. 1, 2, 3. Пошел поток. Там все идет. Лично собирала на нее родные энергии, частички души. Ли, объясни мне, пожалуйста, это какой-то садист? Или это уже у него там пошла какая-то мания величия, что он там творец, абсолют? Откуда у него такая уверенность, что он безнаказанный? Некоторые энергии очень легко поработить на Земле. Матрица. С человеческого биоробота. Особенно, когда люди не знают, кто они, как охранять свои энергии. Я понимаю, но это не кажется... Это превосходство можно получить ящером только на Земле. Понятно. То есть этот маленький ящер, по сути, решил из себя сделать великую такую личность и показать это демонстративно на астральном плане. Хорошо. Именно так. Я пытался ему объяснить, что есть еще законы на всю. И законы мироздания,
Ему все объяснять в другом месте. Благодарю тебя, Ли. Давай я мы сейчас... собираем его, все остальное уничтожьте. Грей, рептилоид, вы не хотите вслед за ящером пойти, а? Мы бы хотели получить. Что? Мы бы хотели получить отсрочку первого раза. Хорошо. Я прошу вас учесть этот опыт. И в следующий раз подумать перед тем, как вы будете устанавливать такую конструкцию в человека. О возможности того, что вас обнаружат и будет за это наказание. Больше мне нечего вам сказать. Вы готовы уходить? Готов. Открывается два портала. Наверху 1, 2, 3, 1. На частоте рептилоида 1, на частоте ГРФ. Все остается, все, что Грей и рептилоид принесли здесь, в комнате. Рептилоид уходит в свой портал, Грей уходит в свой портал. Закрывай, печатывай, растворяй оба портала. Есть. Хорошо. Арахноид, ты готов уходить? Готов. Хорошо, больше не приходи, я тебя предупредил. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все свое потомство, уходит на свою частоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Хорошо. У нас сейчас в клетке остались эти веревки и все остальное, да? Веревки, кол, конструкции. Хорошо. Открывай под клеткой тюрьмой портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И все эти артефакты уходят на переработку вместе с клеткой. Закрывай, печатай, растворяй. Куда включай... у нас без здесь еще? Стоп. Он ждет. Эмоциональный. Конечно. Фантом. Без я. Моя ошибка была. Не серчай. Неумышленно было. Хорошо. Чуть я жизни меня не лежит. Да не, ну что ты, нет, нет. У меня ж вера все под контролем держит. Компенсирую тебе сейчас твои нервы. Выходит эмоциональный фантом Любы 1, 2, 3 и проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Злость, раздражение, низковибрационная, Люба сгенерированная, проецируется на эмоциональном фантоме. У меня внутренний страх какой-то вместе с этим остальным вышел. Отлично, хорошо. Формируй это все в шар, без забираешь? Я это и ждал. Страх. Страх. Хорошо, отправляю бесу, это его чистота. Люба не возражает, что я дал бесу эти негативные энергии? Нет, ей все равно, лишь бы от нее брали. Вот именно, я только хотел сказать, да. Можешь отпускать. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяясь того, как пентаграмму. Вот это да. Маленькими буквами написал без и чуть не отправил. Бывает. Готово. Клетка пустая сейчас, и только артефакты остались, да? Да. Сейчас я ее тогда уничтожу. Открывается под ней портал галактическое ядро, и клетка уходит со всеми артефактами на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, поехали дальше. Кто она? Не с таким скрипом активация происходит. Чакра открывается. Энергия проходит. Пробки есть? Да, в самом низу начинается скрип. Они вышли и выходят сами или помочь? Да, они выходят. Это энергия души, она пробивает. Пробивает ее, понятно, отлично. Энергия изумрудная. Не знаю, как Люба жила все эти годы. С такими пробками. Хотя тут и воздействие было. Три конструкции, это не шутка. Представитель Урана. Уран. Замечательно. Отлично. На Уране нас знают. Хорошо. Поехали дальше. Переходим к защите. Создаем защитную оболочку под сине тонкую копию Любы к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Меркаба напомнит? Напомнит, но он наслаждается твоими энергиями пока. Хорошо. Ей сейчас это важнее. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется. Распределяется наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Я даю команду. На счет 3 сканер включает медицинскую программу. Женские органы.
Начинает сканировать область от живота и ниже, находит все проблемные зоны и подсвечивает их. Пошел процесс. Подожди, ей не нужен сканер. Стоп. Хорошо, что ей нужно? У нас в комнате весна. Я только подумал, пригласить весну или нет. Дорогая весна, мы приветствуем вас в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вас видеть. И я рада вас видеть. Я понимаю. Я в состоянии помочь в этой ситуации и буду рада направить правильные энергии, вернее их поток. Прошу вас, наша дорогая весна. Здесь нужен поток зарождения. Поток зарождения? Хорошо. Вы его сами откроете или мне открыть? Я все открою. Запущу. Благодарю вас. Они должны захватить все органы, связанные с деторождением, наполнить их жизнью и пройти дальше по всему организму. Отлично. Это энергия очень бледного розового цвета. Вижу. Она наполняет, как я уже сказала, все органы деторождения. Когда они будут полностью заполнены, дальше энергия будет проходить по всему организму, наполняя жизнью каждую клеточку. Сколько активный процесс будет длиться? Ей надо как-то параллельно? Около 3 недель. 3 недели. Будет ей надо... прекрасно, если она сможет визуализировать его, получая возрождение, зарождение. Бледно-розового цвета, канал энергии, зарождение. Да. Это я говорю специально для Любы, чтобы она могла себе это визуализировать. Это очень важно. Как лепестки роз. Да. Бледно-розовые. Вы наша спасительница. Я дарю эту энергию. Вы наша спасительница, дорогая весна. Мы так рады вас всегда видеть в нашей комнате диагностики. Мы знаем, вы всегда приходите на экстра тяжелые случаи, касаемые женщин. И хорошо, что вы нас не забываете. А мы всегда помним о вас. Позвольте вам сделать подарок. Вы знаете наши традиции. Верочка, в твоих руках появляются самые вкусные ягоды, которые есть на земле, корзиночка. Я прошу нашу дорогую весну принять этот скромный подарок. Это все очень близко и родное мне. Благодарю вас за этот подарок. Вы наполнили нашу комнату такими энергиями, и мы благодарим вас за ваш визит. Я никогда не говорю вам прощайте, я всегда говорю до скорых встреч. Благодарю. Замечательно, Верочка, видишь, сеанс. И рассинхронизируйся, пожалуйста. Готово. Хорошо, весь процесс прошел даже лучше, чем мы думали. Замечательно. Все, Люба, как вы себя чувствуете? Живая. Вот, к вам сегодня приходила весна. Весна – это богиня, ответственная за женские энергии. Я даже не знаю, как правильно это сформулировать, чтобы ее не обидеть или мне что-то не договорить, но я думаю, вот она в состоянии решить все проблемы, которые у женщин возникают, чтобы они зацвели. Она говорит, я не богиня, я обожествленная энергия, информация от нее летит. Для меня вы богиня, если вы умеете обожествленную информацию такое делать, уважаемая весна. Итак, Люба, все хорошо у вас? Она говорит, что самое главное сейчас, что я чувствую, это мои родные энергии Урана. Я могу видеть их по всем чакрам, начиная с самой нижней, и поэтому я себя чувствую живая. А энергии зарождения я чувствую, но буду прорабатывать их визуализации, наполняя себя и активируя внутри. Вы только укрепите и усилите этот весь эффект. Обязательно этим занимайтесь. Хорошо, Вера. Итак, весна у нас присутствует еще? Можно нет, больше? Она ушла. Она даже из комнаты диагностики. Это ну, как поток информации. Понятно. Хорошо.
нас остались 10 вопросов Любы к ее куратору. И мы сейчас будем его приглашать в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле. Приглашаю к нам в комнату диагностики прийти куратора Любы. Да, мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратора или учителя Любы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Остин. Остин. Вы куратор, Остин? Да. Мы приветствуем вас, уважаемый Остин, в нашей комнате диагностики. Мы приветствуем представителя Урана. Мы очень рады, что вы достучались до своей подопечной, и мы смогли ей сегодня помочь в этой чистке. У нее еще остались 10 вопросов к вам. И будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы, которые ее беспокоят? Я бы хотел сказать, что я рад находиться в этой комнате. Очень чистой энергии. У меня были сомнения в моих способностях находиться в определенных местах, но здесь мне комфортно. Да, я отвечу вопросы, на которые смогу сформулировать ответ. Безусловно, уважаемый Остин, на те вопросы, которые вы посчитаете нужным, ответите. Я тогда начинаю с первого вопроса. У нас 10 вопросов и одна ситуация. Одна ситуация, потому что она ее беспокоит. Эта ситуация, она ее дописала дополнительно к 10 вопросу. Так что я прошу прощения, это будет 11 вопросов. Может, вы сможете на них ответить. Первый вопрос практически уже понятен. Откуда моя душа? Планеты Уран. Благодарю вас. Второй вопрос. Сколько раз я воплощалась на Земле? Вы куратор на эту жизнь, но она интересуется прошлыми жизнями. Может, 7. 7 раз. Отлично. Третий вопрос. Мое предыдущее воплощение, где это было, страна, в какое время и какой опыт я получила? Какая была у меня профессия? Это все не связано с моим кураторством твоей души в этом воплощении. Поэтому мне нужно время, чтобы ответить на этот вопрос. Посмотреть в архивах, пожалуйста. Средний век. Мужчина. Мужчина-воин. Страна. И какой опыт? Профессию мы поняли, это воин. Китай. Опыт получен огромный. Опыт нападений, защиты и бессмыслия происходящего. Опустошения и возрождения души. Я ответил на этот вопрос или есть еще какие-то? Уважаемый Остин, вы полностью ответили на этот вопрос. Я благодарю вас. Позвольте переходить к 4 вопросу. Пожалуйста. Сколько кармических узлов я прошла и сколько у меня еще осталось? 3 прошла. В будущем будет 2 точно, возможно 3. Будет зависеть от того, как ты развиваешься и проходишь поставленные задачи. Благодарю вас за этот ответ. 5 вопрос. Какой уровень моего высшего я? 10. Благодарю вас. 6 вопрос. На что обратить внимание в моем развитии в этом воплощении? Так как прошлая жизнь была связана с военными действиями, как я уже сказала, нападения и защиты, в этой жизни тебе нужно обратить внимание на созидание, мир внутри себя. Что бы ни случилось, распространять этот мир и созидание. Я хочу показать, как мир внутри может влиять на окружающую среду. Это вибрации, которые исходят от тебя по всему периметру твоего тела, они расширяются в разные стороны. И даже если все в хаосе, твой мир может сохранить многих и притянуть правильных, жаждущих и страдающих. Диаметр этих вибраций ты должна усиливать и расширять своим созиданием.
включая в себя развитие, анализ, получение информации. Я имею в виду книги. В вашем понимании вам была дана вся информация по созиданию. Да, эта информация есть на Земле. Я закончил отвечать на этот вопрос. Безусловно. Если что-то непонятно, вы можете добавить под вопросы, так как... Я не знаю, что вас спрашивать, уважаемый Остин, потому что вы полностью ответили на этот вопрос. И... Тогда продолжаем. Благодарю вас. Седьмой вопрос ее очень сильно интересует. Перед вашим приходом нас посетила еще весна и помогла со своей стороны решить женские проблемы. Итак, седьмой вопрос. Я хочу родить ребенка, но у меня проблемы по гинекологии. Удалена труба. Будут ли у меня свои дети? И тут же восьмой вопрос идет. На какие органы мне стоит обратить внимание по здоровью, чтобы родить ребенка? Это, в принципе, один и тот же вопрос. Если вы можете это как-то это объяснить. Это два разных вопроса. Хорошо. Давайте. Я не смогу ответить на первый вопрос, так как есть несколько вариантов будущей жизни. Это будет зависеть от тебя, твоего развития, а также твоего партнера и его развития. От того, насколько ты сможешь руководить энергиями внутри себя. Если ты будешь просто ждать, ничего не случится. Но если ты будешь работать, многое изменится. Работать энергиями родными. Они играют огромную роль внутри тебя. Как я уже сказал, беспокойствие и созидание. Ты можешь приносить только хаос. А на второй вопрос. По органам я хочу сказать, что любые органы важны. Не зря весна сказала, что ты начинаешь визуализировать энергию зарождение бледно-розового цвета в женских органах, но в дальнейшем она заполняет все твое тело. Баланс должен быть во всем. Я могу видеть эти энергии, они работают и сейчас в тебе. Если ты тоже сможешь их видеть и представлять, тебе было сказано, какого они цвета, твое будущее может измениться в сторону, которую ты хочешь. Благодарю вас. Исчерпывающий ответ. Вопросов нет. Позволите переходить к девятому вопросу? Да. В этом вопросе она спрашивает о своей матери. Моя мама зависимая от алкоголя человек. Я стараюсь ей помочь, но не получается. И она спрашивает, что я могу и что я должна в себе осознать или чему научиться через эти отношения. Все сводится к твоему развитию. Как я уже и прежде сказал, тебе научиться нужно созиданию и миру внутри себя с этими энергиями. Вибрации, которые будут отходить от тебя, будут менять окружающий мир. Все эти условия даны тебе как урок, чтобы ты обратилась внутрь себя и поняла, что в тебе есть огромная сила, гармония, добра, мира, созидания, но с ней нужно научиться работать. Где есть желание, там и открываются двери. Уважаемый Остин, я благодарю вас за этот исчерпывающий ответ. Вопросов нет. Позволите переходить к десятому вопросу? Пожалуйста. Я работаю с детьми, воспитателем в детском саду и постоянно сталкиваюсь с проблемами. Возможно, это не мое дело? Возможно, ты не так относишься к нему. Я не буду повторять свой предыдущий ответ. Учившись да. Понимать себя, ты научишься понимать окружающих. Дети — это маленькие, открытые существа, каждый из которых несет свою душу. Если ты сможешь смотреть шире, ты увидишь не кричащих и надоедливых существ, а душу с разных планет и галактик. Но это можно видеть
Лишь развив свой стержень в себе, прочувствовав его, ты будешь обращать внимание, что дети по-другому смотрят на тебя. Они будут видеть, кто ты, откуда. Это будет колоссальный опыт для тебя. Проблемы возникали из-за незнания тебя. Естественно, сущности преграждали знание о себе. Для этого есть кураторы, которые подталкивают и пытаются помочь очиститься и привести к знаниям. Одно исходит из другого. Это был мой ответ на твой вопрос. Благодарю вас за этот ответ, уважаемый Остин. И у куратора это отлично получается. Мы закончили с 10 вопросами. Здесь осталось 2 ситуации. Если вы позволите, вы можете на них не отвечать. Я просто прочитаю ситуации. Они ее беспокоят. Итак, я сейчас вспомнил, у меня был случай. 4 года назад мы с мужем путешествовали по России. И около озера Байкал мне стало очень некомфортно. Я была за рулем, в голове возникла мысль о том, что мне нужно свернуть в кювет и газу прибавить. Тогда я сильно испугалась, и мы поехали дальше. Затем год назад, находясь в Петербурге на балконе 8-го этажа, ко мне тоже приходили мысли о том, как весело прыгнуть, но я четко дала себе отчет, что это не мое. Эти все вопросы были к интерферентам. Моя задача была привести и избавить от них. По описанию это был демон, которого сейчас не присутствовал в ее биополе. Свою работу вы сделали полностью. Я благодарю вас, уважаемый Остин. 10 вопросов закончились у нас. Если вы хотите что-то от себя добавить или активировать родные энергии, или запустить их по кругу, это был бы самый лучший момент. Да, я хочу, чтобы Люба сделала это телепатически, глядя на меня и повторяя за мной то, что я делаю. Мой стержень, который я могу запускать, делать его спиралью, двигающейся спирали с разными скоростями. Молодец. Молодец, у тебя все получается. Дальше идем в сторону расширения. Нет. Все это делается на уровне сознания, не физического тела. Представление и визуализация. Твой стержень расширяется шире, когда тебе нужно, и сужается в тонкую струйку, вытягиваясь вверх, закручиваясь в спираль. Или становлюсь сосудом для энергии. Зигзаг тоже может быть. Правильно. Твой стержень активирован, и ты прекрасно справляешься на уровне тонкого тела. Замечательно. Очень приятно такое слышать. Уважаемый Остин, мы закончили нашу встречу. Вы знаете, у нас в нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Все кураторы, все учителя, все, кто к нам приходит, всегда получают от нас один определенный подарок. Но Урания его уже очень хорошо знает. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы просим уважаемого куратора Остина принять этот скромный подарок в знак благодарности. Это единственный чистый экологический продукт, который остался на Земле. И мы просим вас принять его от Любы, от Веры и от меня на добрые воспоминания. Это приятно. И я хочу обратить внимание Любы на мой стержень. Он поменял цвет. Из темно-зеленого он превратился в изумрудный. Да, это значит, что моя душа отвечает позитивом, радостью и благодарностью. Благодарим вас за эти разъяснения. Мы знаем, родная энергия Урана – это изумрудная энергия, и мы знаем об определенных проблемах душ с Урана адаптироваться в нашей, на Земле. В физических телах.
физических телах, безусловно. Биороботах. Биороботах, да. И мы рады приложить свою руку, помочь открыть человеку двери, объяснить ему эти моменты. Потому что для куратора самое большое вознаграждение, когда его ученик поднимается выше в своем развитии, точно так же и для нас, как для чистильщиков, я так скажу, большая радость, когда люди находят правильный путь и развиваются, и идут дальше. Благодарю вас. Приношу свою благодарность от наших душ, представителей Урана. Привет, передавайте, пожалуйста, Урану от нас. Мы всегда рады всем, до кого кураторы достучатся. Свою работу мы сделаем и уберем все, что им мешает в развитии. Если такие возможности и желания будут, пожалуйста, мы всегда открыты. Двери у нас открыты. Приходите. Кому сможем, поможем. Я бы хотел добавить. Пожалуйста. По поводу ребенка. Когда ты научишься в физическом теле работать и представлять свой родной стержень Урана, когда ты активируешь и увидишь все энергии зарождения, которая запустила весна, будет приятно, если ты пригласишь ребенка в свою семью. Я бы не назвала это ребенка. Пригласишь душу. Многие души услышат. Безусловно. Благодарю вас за эту поправку. Очень интересно и очень своевременно. Мы очень надеемся, что Люба будет визуализировать все, что вы сегодня сказали, будет работать над собой. Я хочу еще два слова заметить. Вы не сказали об этом. Через этот канал она может с вами связываться. Она может получать от вас ответы, и вы всегда слышите ее. Важно только телепатически, услышать. Телепатически, абсолютно верно. Эта возможность всегда открыта, и у нее все лежит в ее руках. Уважаемый Остин, на мой взгляд, мы все сделали, что мы можем сделать сейчас для Любы. Если вы хотели еще что-то добавить, мы, в принципе, закончили. Я все добавил на сегодняшнюю встречу. Благодарим вас. Если Люба созреет до встречи со своим Высшим Я, мы обязательно с вами второй раз встретимся, мы обязательно вас пригласим. Благодарю. Поэтому за я говорю, внимание к представителям Урана. Мы ко всем внимательны. И мы, поэтому я говорю до скорых встреч. Я не говорю никогда прощайте. Я говорю до скорых встреч. Удачи вам, высоких энергий и чистых вибраций. Всего доброго. Да, будет так. А так и есть. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Люба, вы встретились со своим куратором, с Остином. Он ответил на ваши вопросы. У вас есть какие-то комментарии? Нет, я пребываю в таком волшебном, я бы сказала, состоянии. Я переполнена разными энергиями. Единственное, что я сейчас хочу, вернуться в свой биоробот, сгармонизироваться и начать работать над собой. Благодарю вас. Во благо. Как раз сейчас мы хотели это сделать. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Любы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план и синхронизируются с биороботом. Гармонизируются, все энергии распределяются равномерно. Меркаба активирована. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я на месте.